Всем привет! У нас время еще даже 6 утра нету. Мы в 5 встали, уже собрались, уже все внизу меня ждут. Я говорю, я сейчас поздороваюсь и спущусь. Кто не знает, мы едем в отпуск в деревню на 2 недели в Рязанскую область, Касимовский район из Москвы. Надеюсь, эта поездка будет удачной. Нам ехать где-то 4 часа, если благополучно доехать. Потому что в последний раз в июне мы доехали неблагополучно. Мы ехали 12 часов. Ну, не только ехали. Кому интересно, у меня есть видео «Неудачная поездка в деревню». Посмотрим. Ну, а чем мы займемся в деревне, я расскажу чуть позже в этом видео. Смотрите. Я еще потому что сама не знаю, если честно, чем мы займемся, когда приедем. Но думаю, будет что-нибудь интересненькое. Ну что, поехали! Мы наконец-то приехали. Ехали сегодня 4 часа, но нормально доехали. Это вот моя дочка младшая, кто не знает, Лера. Привет! Так что мы сегодня, наверное, еще сходим погулять, хотя спать хочу, не могу. Мы уже попробовали дыньку, которую я вчера покупала, в том видео вам показывала. Такая сладкая, дорогую, которую покупала за 100 рублей килограмм. Вот эту торпеду, которую мне обещали, что она будет сладкая, как мед. Правда сладкая, прям чересчур сладкая, правда, как мед. Ну, но ее надо быстрее есть, потому что она такая уже, как перезрелая, переспелая. Ну, очень ароматная, конечно. Ну, давайте начнем обзорчик с огорода. Рум-тур такой вам проведу. По двору, огороду, ну, тут вот двор. Маленький прудик такой здесь. Уже зарос. Видишь, раз приезжали, был чистенький. Сейчас весь зарос зеленью. Утки, конечно, искусственные. Настоящий домик такой. Да. Папоротники. Тут такой розарий. Розы. Лилии, говорят, красивые. Прям цвели вот эти. Вот еще вот тут вот красивые цветут. Сейчас пройду с той стороны, покажу. Тут туи, тут какие-то растения, я не знаю, тоже разнообразные. Розы тоже многие уже отцвели, я в прошлых видео показывала, когда мы были в деревне. Тоже уже отцветает все. Вот. Вот такие шикарные лилии. Тут махровые какие-то лилии. Или что это, лилии, по-моему, махровые. Тут уже отцвело. Вон яблочки какие тут. Ой, поливается огород. Сад. Так, тут тоже яблочки. Ну, сколько у нас? Месяц тут не было. Месяц назад, как было, я тоже показывала. Так, виноград. Что у нас с виноградом? О, уже какие грозди. Вот были совсем прям крошечные месяц назад. Такие. Много вон грозди. И там тоже яблоки. Так, тут у нас такая беседочка. Не беседочка.
качельки. А это орех грецкий. Грецкий орех, но в этом году есть, но, наверное, мало. В том году было много грецких орехов. Хотя вообще не ожидали их здесь уже. Так. Это такой сад. Тут я отошла уже назад до дома. Тут уже огород. Ну, может быть, попозже его покажу. Сегодня, наверное, не буду. Так, и тут вот есть еще большой пруд такой уже. Сейчас хочу показать тут головастиков. Мы когда уезжали, они были прям такие крошечные просто. Ну, просто вот только вылупились головастики. Маленькие я снимала. Сейчас покажу, какие они за месяц стали. Вот, подошла с другой стороны. Смотрите, их куча, просто куча. И они уже с лапками задними. Не знаю, видно, надеюсь. Смотрите, они большие, они уже, ну, чтобы сориентироваться, где-то сантиметра 4, наверное, такие толстенькие. А вот этот вообще, он маленький. Не знаю, вообще живой, нет. Такое ощущение, что это уже лягушка, только с хвостом. Осталось хвосту отпасть. Так интересно, я 100 лет головастиков не видел. Прям так близко, так можно рассмотреть. Вот там их очень много. А вон там, в середине, они вообще здоровые. Собачки моего дядьки. Как их зовут? Соня. Это... А, это Соня? Это как у бабушки собака? Рич. Как у бабушки? Рич у бабушки. Это Дик, да? Дядька мой, мы вот тут живем. Это родители моего мужа, мы здесь сейчас живем. А дядька мой, мамин брат родной, вот в этом доме живет. А мы собрались к моей бабушке. Ну, это я все, конечно, рассказывала в прошлых видео, когда мы приезжали. Но просто сейчас много новых подписчиков, поэтому повторяюсь. Может, кто не смотрел. Вот, сейчас мы пойдем через овраг, вон там вот овраг, вот овраги, и сейчас через там мостик будем спускаться, по мостику проходить, и через овраг там уже живет моя родная бабушка, мамина мама, вот моя сестра, которая сегодня с нами ехала, вот двоюродная, она приехала к бабушке, там двоюродный брат еще мой живет. Вот, а бабушке уже 86 лет, по-моему. Родители у меня уже умерли, а бабушка живая, с дедом. Старенькие там живут. Вот, дошли до оврага. Спускаемся вниз здесь. Такие лопухи, которые такие вредные, опасные. Сжечь можно кожу. Их вот тут косят. А так бы тут уже все давно заросло. В моем детстве их не было. В моем детстве мы там ходили. Не было. Здесь только крапива была. Вот мостик, к которому мы пойдем. Уже каждый год его, наверное, делают этот мостик. Лера сюда в крапиву на велосипеде въезжала. И Аня в лопухе, она въезжала прям с горки. Все, и вверх. И вот так мы каждый день в гости ходим. А раньше, когда я была подростком, когда я замуж еще не вышла за мужа, я приезжала сюда, к бабушке на лето. Вот. Проходим. Сейчас вот дойдем вот до того угла и покажу, что там. Вообще, в этой деревне у нас очень много родственников, много друзей. Мы каждый год сюда приезжаем. Летом, ой, в детстве я все лето здесь была всегда, как и мои дети тоже. Старшая была, пока работать не пошла. Все лето с бабушкой. Младшая сейчас вот все лето была.
Так что она нам такая родная деревня. Все, вот здесь дальше я снимать не буду. Вон тот уже бабушкин дом у меня. Ну что, у нас уже следующий день. Вернее, не следующий, а уже через день. Вчера я ничего не снимала, отдыхала. Чем мы сегодня займемся? Ну, во-первых, буду полоть картошку в этот раз. Буду помогать полоть картошку. Там едет трактор. Скорее всего, дядька мой едет зачем-то. И меня не слышно. Здорово! Видно, нет. Было. Денис там. Че, вы это грузить будете, что ли? Сетку. Ну, собаки тоже дядькины. Это вот мой дядькин трактор. Сейчас они что-то там грузить будут. И поедут. Все по-деревенски. Трактора, поля. Так, ну а мы тоже сейчас прополим картошку. Меня, надеюсь, слышно. И пойдем гулять в поле. А сейчас я покажу вам огородик. Во, уже лук собрали. Сохнет, наверное, да? Я-то не понимаю в этом. Заготовка. Ну что, сниму вам быстренько обзорчик огорода. Не знаю, кому-то интересно, сейчас все его снимают. Ну, быстро уже, чего нету. Глазики все плавают. Не изменилось ничего. Облепиха вот есть. Такая кислючая-то. Так, зато полезная. Да, малинка уже почти нету. Осталось там уже остаточки. Вот. Это мой фронт работы. Ну, на ближайшие дни. Уже я начала немножко это полоть картошку. Просто ее скоро выкапывать, а перед тем, как выкапывать, надо прополоть. Ну, вот это. Еще там еще есть что-то, подсолнухи. Некоторые, я не знаю, что тут растет. Салатики, зелень, да? Что тут еще? Это огурчики. Еще огурчики были, клещ какие-то поел. Сегодня я вот этот участок полю. Уже осталось чуть-чуть. Вон моя ведерко стоит. Горошек вот растет. Так, тут кустарники в основном, кружовники, смородины разные, красные, черные, белые. Вот. По-быстрому вам пройтись. Так, ну тут помидорчики, теплица с помидорчиками. Мы их вот сейчас собрали. Вот получилось два корзинка и ведерко. Так. Тут это ягоды, ну это уже давно отцвели. Тут тоже уже все повыкапывали, много чего. Тут тоже помидорчики, капуста. Вот тут тоже повыкапывали, горчицу посеяли. Так, и вот еще большой участок картошки тоже. Вот это все мне надо прополоть будет. Морковка. Так, цветочки. Сейчас собака, наверное, лаять будет, потому что не будет. Так, тут тоже вот все вырыли. Перчики остались. Тут, наверное, огурцы были, которые вот клещ поел в теплице. Вот там я показывала грецкие орехи, дерево. Ну, в этом году что-то их мало или вообще нет, не знаю. А вот это фундук. И вот орехов здесь много в этом году вот на фундуке. Так, цвета, цветы. Еще хотела вам показать новое растение. Только посадили. Он такой однолетнее. Однолетнее, семечками рассады сажается, как, ну, как обычно. Ну, интересное сейчас пока. Называется, ну, может, кто знает, но мы первый раз это увидели, услышали и узнали. Это вот такие вот, как ягоды, называется посленок, по-моему. Посленок. И вот она растет вот такими ягодами. Не знаю, что с ней делать. Говорят, мариновать, варенье варить. Ну, не знаю, на вкус сейчас он твердый и кислый они. Кислючие, ну, короче, невкусные. Вот. Но он такой однолетний. Если кто знает, кто что из нее делает, подскажите. Что-то вкусное. Просто попробовать решили. А это вот тыквы. Они вот такие вот маленькие. Вот, называется сорт конфетка. Говорят, вкусные. Тут вот кабачки. Ну, и цветочки красивые. Ну, вроде все. Все как обычно у всех. Все, мы с Лерой пошли прогуляться на улице. У нас на солнышке прям жарко. У меня еще очки сломались. Солнце в глаза.
еле дышали, сломались. Что у нас? Август, да, начал с начала августа. Все, последний месяц надо насладиться каждым моментом, как следует, лето. Вот. Даже если у вас нет там грандиозных планов, да, и нужно, можно насладиться простыми вещами. Вот. Например, прогулкой летней. А мы едим и наслаждаемся самым летним лакомством. Это мороженое. Лера вот такое Орео себе купила. 80 рублей, да? Ну, у меня рублей за 15. У меня лед. Я люблю лед. Мороженое. У нас вот такой магазинчик, если кто не видел. Это наших родственников магазин. Вот. Раньше были вот друзей наших вот этих. А теперь родственников. Все у нас близко. Все под рукой. Вкусно? Лера. Да. Вкусно? Угу. Мороженка. Мы тут гуляем. Дошли до развалин, до фермы. Вот. Все, что осталось, все заросло. У нас такие воспоминания тут, как мы тут детство проводили. Тут и телятник был, бабушка. Мы с бабушкой здесь работала на ферме. Бабушка, бабушкина сестра. И мы тут ходили. Все лето проводили в этом, на ферме, да? Ведра купались 10-литровых. Да, ведра. В этих, каких-то чугунных этих мы купались. От быков мы бегали. Да. Тут быки отвяжутся, мы от них бегали. Ну все лето тут. Тоже все. Я тут 100 лет не была, вообще не помню. Ну, воспоминания, конечно, детские. Вот все. Развально. Много коров. Да, здесь коров. Мы убирали, говно скрябали. Помогали бабушке. Так что и развалины у нас в деревне есть. Чего у нас только нет, да? Лера впереди идет. Босиком. Я тоже люблю босиком. Я сейчас только обулась. Походить полезно по камушкам, да? По песочку. Зашли мы куда-то, где не были уже много-много лет в нашей деревне. Тут был телятник, бычатник, где быки, коровы, даже свиньи были. Ну, что, ходили. А вот тут где-то беседка была красивая. Все заросло. Тут сейчас цыгане живут. У нас тоже цыгане в деревне теперь много занимают дома. Просто свободные живут. Алло, привет. Тоже какие-то. Уже не знаю, где что было, где какую. То, что все заросшее, уже ориентацию потеряли. Ой, да, это наше детство. Года так 85-й, 90-й. Ну, 90-х, наверное, как все разваливалось, так все и развалилось. Да, можно пойти, кстати. А что там делать? Там что все заросло. Что там туда идти-то? На другой дороге мы там были. Там прикольно. Вот видите, какие сосны стоят. Тут раньше были полдня. Это когда стадо пастух сюда пригонял в полдень. И мы сюда приходили и доили. Ну, я не доила, я не умела, но я ходила. Вот сестра моя идет, тоже вот она доила корова. Вот, такие интересные тут сосны, уже старые. Тут наша деревня. Вот там река Ока. Но мы туда не пойдем, все-таки туда, наверное, полчаса идти, если пешком. Красивые цветы какие тут. Колючие, правда. Вот такие поля здесь, луга. Тут и можно и земляник растет, и цветы разные. Вот, наслаждаемся летом. Красота. А мы тут занимаемся оздоравливанием. Обожаю ходить босиком.
по траве особенно, конечно, ну и по камням, и по песку, и вообще. Очень полезно. У нас вечер. Сходили сейчас на кладбище, идем домой. Такая красота. Такой запах цветов ароматный. Класс. Вон там дом наш. Крышу видно. Ну что, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить классы. Всем пока!